По всей территории области идут обстрелы. Особенно сейчас враг сконцентрировался на Рубежном, Кременной, Попасной, Горской громаде. Я так понимаю, что они хотят сделать прорыв в районе Кременной и Рубежного. У них пока ничего не получается, поэтому они выбрали свою любимую тактику. Они просто расстреливают все, что там есть, пытаясь уничтожить все живое. Неважно им, что там живут люди, неважно, что там дома престарелых или больницы, или садики. Ну, это абсолютно все равно. Они просто уничтожают все. Но сегодня у нас был такой продуктивный день в плане доставки гуманитарных грузов. Мы сегодня смогли доставить 200 тонн продуктов в наши громады. Это в Северодонецк, в Лисичанск, в Горскую громаду. Дальше будем уже пытаться оттуда, с их логистических складов, кому там дальше нужно, то уже развозить. На этом не останавливаемся. Завтра, послезавтра тоже приезжают к нам гуманитарные грузы. В основном это продукты и средства гигиены, и тоже будем развозить. Я вот вижу последнюю информацию от пресс-службы Главного управления ГСЧС в Луганской области. Пишут о том, что обстреляли и Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасную, Кременную. Это просто хаотические обстрелы из-за невозможности пройти вглубь дальше. Это какая-то агония врага. Да, однозначно. Ну, Северодонецк сегодня обстреливали городскую больницу. Кременную сейчас обстреливают в окраину города полностью, ну, уничтожают вообще. Попасную сегодня с самого утра просто равняют градами. Горскую громаду сегодня и самолетами тоже как бы бомбили, и минометы, и артиллерия. Ну, то бишь, все, что у них есть, они все используют. Используют ли какое-нибудь запрещенное оружие? Возможно, снова используют... фугасные бомбы скидывает. Есть ли работа авиации противника? Авиация работает, да, буквально сегодня мы зафиксировали пролет трех самолетов. Пока больше фосфорных каких-то бомб не было сброшено, но калибр, которым они стреляют, там 152-й, например, ну, система «Град», «Смерч» и «Ураганы» по городам, по жилым просто кварталам, ну, я не знаю, кто может разрешить такое.